Привет, друзья! Давно не слышались, с вами Пашкунтик, и сейчас вы посмотрите видео, которое должно было выйти 2-3 месяца назад на канале Коляна, но я подумал и решил, почему бы не увидеть его у меня. Правда, я забыл о нем и выпускаю только сейчас. Я посмотрел все видео, мне кажется, без какого-либо монтажа склеек оно получилось весьма веселым. Надеюсь, оно вам понравится. Если вы захотите таких видосов с нежным Коляном нашим, то напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. И я надеюсь, вы не подумали, то, что я вообще помер. Давайте вам приятного просмотра. Скоро еще увидимся. Всем привет, с вами я. И сегодня я, как я, не я, буду делать обзор на водичку. Водичка не простая, а обычная. Вот. Не газированная, если что. Да, она не газированная, а обычная водичка. Вот она. Самое главное, она дешевая, и она от разных фирм. И сейчас мы эти 4 бутылки обследуем и посмотрим, что из них лучше, а что из них не лучше. Давайте приступим к первой бутылке. Дайте оператору попробовать. Нет. Дай оператору попробовать. Нет. Да? Нет. Сам ты вообще пиво будешь у меня пробовать. 2 бутылки пива получишь. А это уже на моем канале будет. Че? Обзор на пиво, дебил. А, обзор на пиво. Вот, обзор на пиво будет по ссылке в описании. Но это когда выпустят. Да. Так, короче, смотрите. Это водичка со вкусом обычной воды, но какой-то есть еще привкус какой-то. Блять, неестественно для обычного. Упаковку покажи, придурок. Так, вот. Вот. Повыше подними, дебил. Вот. Смотрите. Все, да? Да, моя цена, да. Вот. Короче, нормально дешевая вода. Тебя не видно, долбоёб. В смысле? Голову не видно. Вот теперь видно. О, ты творишь. Да давай, блядь. Хорошо. Короче, смотрите. Вот она вода. Обычная вода, но какой-то вкус еще какой-то странный, блядь. Приступим к следующей бутылке. Что, видно? Видно тебе. Если что, он бьет самую дорогую воду из предоставленных в этом видео. Шишкин лес вроде называется. Посасывает немножко. Не поймет. Там другая упала, придурок. Похуй. Это как раз от старой, ты что? Мы ее не пили. А, мы ее не пили. Короче, смотрите. Повыше подними. Вот. А, Шишкин лес. Смотрите, Шишкин подальше лес. Отнеси, не фокусируется. Ну, в общем, она позиционируется как спортивная вода. Спорт. Кстати, вода мне понравилась, все заебись. Нет никакого потустороннего вкуса, как у первой бутылки. Мне все нравится, вкус, как у обычной воды. Поэтому и она дешевая. Она как... 39 рублей, она самая 39, дорогая. 39, блин! Да! Она самая дорогая из здесь присутствующих. Дай попробовать, а. Дарю. Иди следующий, бери, блядь. Дарю, короче. Спасибо. Вот наша новая бутылка. Называется просто М-ка. Это магнит, вода магнит, блядь. Купленная вода магнит. Магнит. 15 рублей стоит. 15 рублей, еще одна вода обычная. Сейчас мы ее попробуем. Thank you.
Короче, эта вода не такая простая, как я и хотел. Короче, не как я хотел. Короче, блядь, вкус вообще, блядь, пластики просто. Тут чувствуется какая-то пластика. Самая дешевая бутылка. Это даже вода из-под крана и то какая-то водянистая, чем вот эта вот. Короче, это самая дешевая вода, короче, ну, если у вас денег нет, покупайте вот эту воду. Ну, блядь, я бы не рекомендовал, потому что какая-то, ебать, там какая-то хуйня плавает в этой бутылке, короче, в пизду, нахуй. Так. И это у нас последняя бутылка. Волжанка, спонсор футбольного клуба «Крылья Советы», выступающих в ФНЛ. Это бутылка «Волжанка», она... 18 рублей стоит. Да, короче, 18 рублей, надеюсь, она стоит своих денег. Сейчас попробуем. Пиздец, что я делаю здесь? Короче, бутылка «Волжанка». Вот, вот это вот спортивное за 33 рубля, да? 39. А, 39 рублей водичка и вот это вот за 18. Они одинаковые. Короче, все. Из этих четырех бутылок побеждает это. Дешевые, вкус воды, какая должна быть. Короче, вот так вот. Покупайте эту воду. Я рекомендую. Волжанка, ебать, она побеждает. И фирма «Волжанка», огромное вам спасибо. Вы люди крутые. Короче, вот так вот. Если вам понравилось... А какая самая худшая? А проигрывает у нас М-ка. Это... «Магнит». А, ну, короче, «Магнит». «Магнит» у нас проигрывает... потому что вкус какой-то пластики, нет воды. Вода есть, придурок. Вода есть, но какая-то хуёвая. Здесь минералов больше, а здесь всего лишь 3 минерала. И то не указано в каком количестве, поэтому... А настоящую середину занимает второе место, это Шишкин лес, который, да, он, да, подарил оператору. Бутылочка вот на спорте, там фокус не ловится, ну короче... Фокус ловится на его ебало, но на Шишкин лес послали нахуй, там есть спорт, доверяйте мне. Ну да, короче, мне кажется, следующее видео это газированная вода, да? Да. А после газированной будем пробовать квас. Квас! Вот это квас! Вот это, а пиво и энергетики будут уже на моем канале, да. Пашкунтик, да. Поэтому все подписывайтесь на канал. Или не подписывайся, короче. Вступайте в группу ВКонтакте Пигру. Там видосы оператора и Коляна будут публиковаться. И мемасы. Будут? Ну, поебал, видно. Так это что, контент? Это моя группа, блядь. Пигруппа, это типа группа Пашкунтика. Так я на свой канал тоже. Типа это, блядь, все мы, блядь, это Пигрупп, долбоёб. Так у меня же есть уже группа. Там манга публикуется. Манга? Ну, короче, видос также будут выходить и в моей группе. Короче, вот так. Всем пока. Да.